Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневное обновление. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. Два человека погибли в ДТП в Оричевском районе. Там водитель «Шевроле Круз» съехал с трассы в кювет и врезался в дерево. Подробности в рубрике «Обзор аварии» слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла днем на 23-м километре дороги Оричи-Мирный. Водитель «Шевроле Круз» не удержал машину на трассе. 27-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» по предварительным данным не справился с управлением, совершил съезд в кювет и наезд на дерево. В результате происшествия сам водитель, а также его 22-летний мужчина-пассажир погибли на месте. По факту ДТП идет проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Во вторник утром на улице Карла Маркса 18-летний водитель ВАЗа 15-й модели сбил 54-летнего мужчину на пешеходном переходе. Медики оказали пострадавшему помощь. Утром на улице Потребка операции 57-летний мужчина за рулем «Шевроле Нива» выехал на встречку и столкнулся с «Пежо». От удара оба автомобиля получили вмятины, травмировался водитель «Шевроле». От госпитализации мужчина отказался. Во вторник на 14-м километре трассы Вятка во время движения у пассажирского автобуса «ЛиАЗ» лопнуло колесо. В итоге пострадали три женщины 67, 68 и 75 лет. Госпитализация никому из них не потребовалась. Сергей Пичугин, место происшествия.